несколько образцов шотландского перелиста. Разные образцы. Есть вот такого вот характера. Есть вот такие сверху даже с халцедоновой корочкой. Брекчи из верхних. А здесь вот даже желтая с красненьким. Интересный рисунок. Коричневый. Вот тоже похоже, что халцедоны. Вот такой вот рисуночек симпатичный. Разный вот такой вот есть. Он вообще оригинальный. В середине белая, по бокам коричневая. Вот тоже образцы. О, какой! О, тут даже на станке обрезан. Вот тоже брекчи. Ой, брызгацка. Вот очень черный. О, классика. Ух ты. Вот образец, сильно солнышко, и вот он просвечивает нежный такой тон. О, неплохой образец. Этот видно, что на просвет даже желтенький. Брал как-то, не заметил, как брызнуло. Заодно и помою. Тоже срез, по-моему, на станке. Да, точно пеленый. Вот рисунок какой. Это зеленоватый камень. О, какой негритенок. Даже красненькая. Вот этот, если разрезать, интересно будет, это красное. Ух ты, опять брызнул.
Ну, тоже пеленой. Для того, чтобы рисунок увидеть. Это из старого запаса. Вау. Классный образец. Нежный тоже. О, красотуля какая попала. Тоже пеленый. Вот какой красивый. Специально когда-то кусочки вкрай курил, чтобы посмотреть. Вот тут даже включение красного. Вау! Смотрите, какой нежный рисунок. Может быть, что-то цвет меняет тут. Лампы светодиодные стоят. Ну, поверьте, образцы неплохие. Где-то здесь порядка 5 килограммов.